приятного просмотра вам. Ну как вам, понравилось? Вот так. Ну ладно, забьем на них. Прямо такой огромный колбой забьем. Ну, и в конце вас тоже будет ждать небольшой сюрприз. Ну, 1.18.2. Давай будем смотреть. И будем... Что нам надо? Что бы я хотел? Топорик бы мне такой, прямо такой, чтобы запороть на все. Прямо так запороть. Чтобы запороть на все, ну. То есть то. Давай капельку. Железка, то может не хватить. Ну, давай посмотрим. Посмотрим. Ну, блин, не хватает. Ну, ладно, забьем на это. Поэтому, ну, и все сделаем. Ну, я отыщу свое приложение. Одену. А, вот оно, перепутал. Ну, давай посмотрим, что туда. И не хватает с головой этого. На топор, я хочу просто туда поплыть. А если вы прошлое видео не смотрели, то вы скоро узнаете. О, давай прямо на шпильку. Потому что сейчас я выпаду. И потеряюсь. Ну, Макс. Максим, типа. Ладно. Ну, вот как вы видите, смотрите. Эти штуки с ветрами пополняются. И вы поняли, в чем прикол? И там надо этих было 1000, и тут как бы они, ну, лучше, как бы за одну штучку их больше мне дается. Видите, плюс 2, плюс 3, а там по одному. Так что это неплохо. Блин, постоянно пристаю. Ну, ладно. Мы пытаемся в этом видео улучшить. И зацените керасу. Зацените просто. Ну, вулкан рядом. Главное не свалиться туда. Ну, я думаю, вам превьюха понравится. И, кстати, она поменяется на 500 просмотров. Это подарок на 200 был. Ну и в конце будет. Хочете, я сейчас покажу. Ладно, давай капельку попозже. Так сказать, под концовку видео. Я уже 3 минуты коплю, ладно. Хотел тут сохраниться. И сейчас все сделаем. А, аккуратненько. Мы тут как бы сохранились. И мы будем появляться сразу там. Ну ладно. Точнее, это нам только на пользу. Вот, видите, там будем появляться. Так что... Все хорошо. Еще идем. И опять же идем к новой планете. Интересно, кстати, какая она. То я нас еще не попадал. О! Я здравия солнце дасне!